Друзья, в общем, здесь такая система. Видите, вот это вот все огромное количество еды, которое здесь есть. Вот она работает по такой системе. То есть нельзя просто подойти и купить то, что ты хочешь. Ты сначала берешь вот здесь, покупаешь карту. Допустим, вот берешь карту за 200 батов. Вот, и уже по этой карте расплачиваешься уже в том месте, где ты хочешь конкретно взять еду. Вот такая вот своеобразная система. Ну что ж, идем дальше тогда. Натуральные соки, да? Натуральные? Да. Давай нам. Ну, я смотрю, только 200. Мы туда должны взять, потому что ее надо в один день. Ну, давай возьмем еду и потом соки сразу возьмем. То есть, если соки брать, то платим, то платим. Или нам можно... Не, ну мы же еще можем зарядить, в чем проблема? Так, мы решили взять вот эти вот. Решили взять вот такие штуки, по крайней мере, я решил. Сукияки называется. Не знаю, что это такое, но свинины и тараканов там нет. Поэтому будем брать их. Так, сейчас посмотрим, что тут еще есть. Что ты там выбираешь? Вот это рис с рисом. Давай вот эти сукияки возьмем. Ты же купил себе сукияки. Скажи, один план сукияки. Так, я пойду заказывать сукияки сейчас. Где они были здесь? Вот здесь. Ван сукияки. Okay. Посмотрим, что нам выдадут. Что за сукияки такие? Вот он отсюда набирает это все. Все происходит на месте. Надеюсь, что он будет не такой острый, как вчерашний. Хотя мне вчерашний, кстати, понравился. Потом 2 тонны еще фруктов съел после этой остроты. Чтобы как-то сбить огненный желудок. Кстати, здесь зарядку тоже найти где-нибудь, розетку, если найти, будет нормально. Я сомневаюсь, что здесь розетка есть. Вроде большой центр. Сегодня еще побольше можно было ночной город снять. Перцы они не слабо, конечно, кладут. Вот там идет готовка, походу, это сукияки или чего-то такого. Да. Они провели? Они еще не провели. Сейчас я думаю, когда расплачиваться буду. Ты не будешь эти сукияки? Thank you.
Хочешь? Хочешь, вот такие возьми, или вот такие. Или вон. Я ничего тебе не могу посоветовать. Если было мясо, то ладно. Я бы не сказал, бери жирный кусок мяса, вареный с чесноком, и все. А так, очень сложно здесь что-то вообще. Да, тогда я чуть-чуть про цены расскажу, друзья. Смотрите, допустим, вот это вот 100 батов, это примерно получается 3 евро, да? 100 батов сколько примерно денег? 100 батов? Где-то 3 евро. То есть цена такая, 1 евро, это около 40 батов в общем. То есть, допустим, 85 батов, это 2 евро, примерно так. Thank you. Вот, приготовили такую вкусную штучку. Не знаю, правда, вкусная она нет, но называется сукияма. Сейчас мы ее будем есть. Остроты, конечно, добавили. Thank you very much. На эту карту тебе. Так. Пойдем к столу. Thank you. Thank you very much. Далеко не отходить. Можно вот сюда. Ну, друзья, попозже на связь я вам расскажу, насколько вкусная была эта сукияки и другие штуки, которые здесь